Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад об итогах уборочной кампании. Президент поставил задачу завершить уборку овощей и большинство осенних полевых работ до 7 ноября. Александр Лукашенко отметил, что осталось убрать совсем немного площадей, однако, выйдя на финишную уборочную, работники полей расслабились, что до подъема зяби здесь и вовсе халатные отношения. Президент настаивает, население необходимо осуществить весь комплекс работ, которые не терпят отлагательств. Первое. Завершение уборки урожая. Хочу для сведения нашего общества сообщить, что у нас привыкли к тому, что урожай заканчивается, когда мы убираем зерновые колосовые в августе месяце. Это отнюдь не так. Убрать зерновые колосовые – это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве. А потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остается свекла, картофель. Остаются овощи, плодовые и так далее, и так далее. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля и перевести в хранилище или продать. Плюс к этому надо посеять озимые. Мы их уже посеяли. Слава Богу, погода способствовала тому, что они нормально вегетировали и в зимовку уйдут в хорошем состоянии. И перепахать почвы под зябь, вспашка. Говоря об экспорте продовольствия, президент также обратил внимание на необходимость сохранить урожай картофеля и гречихи. Соседние страны в нынешнем году испытывают дефицит этих культур. При этом в Беларуси в первую очередь будут удовлетворять спрос внутри страны, а также следить за недопущением роста цен.